Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы с вами вновь на канале «Радость моя». На наш сайт «Закон Божий» приходят вопросы, которые касаются самых разных сторон нашей жизни. И вот такая тема достаточно деликатная и сокровенная, но то, что касается отношения полов или вот об интимной жизни. Раба Божия Елена нам пишет: «Пожалуйста, помогите прояснить мне мои понятия. Если муж занимается сексом ради удовлетворения похоти своей, а не ради продолжения рода человеческого, это касается также и жены, считается ли это грехом?» Вот мне кажется, что эта тема очень важная, и постановка вопроса очень характерная. Дело в том, что вот есть сфера отношения полов, она очень привлекательная, очень эмоциональная. И одновременно вот она как бы является источником очень тяжелых грехов. Но надо иметь в виду, что Господь создал вот эту вот столь привлекательную сферу не для того, чтобы над людьми как-то издеваться. Вовсе нет. Господь вот все творит для блага человека. Но надо уметь пользоваться теми благами, которые Господь дает. Так вот, Он эту сферу создал только для мужа и жены, и больше ни для кого. Вот эта сфера, как особое такое общение, особая радость, особая вот очень позитивная сфера, но она становится таковой только в семье. Вне семьи то же самое становится тяжелейшим грехом. И вот то, что как бы приобретено в жизни до брака, вот переходит и в семейную жизнь. То, что Богом создано чистым, и никакого греха в этом нет, начинает восприниматься и в семейной жизни как некая, ну, как некая нечистота. Вот, собственно, вот по этому вопросу вот так и видно. Потому что если муж и жена, то речь идет не о том, не о занятиях сексом ради удовлетворения похоти, а о том, что это муж и жена, и Господь благословил такое общение. В чине венчания так и говорится: брак честен и ложа непорочна. Теперь другое. Вот если вот супруги предохраняются, то церковь на это смотрит как на грех. Несмотря на то, что это вот в браке, и, казалось бы, вот в отношении мужа и жены чисты, вот ложа непорочна, но при условии, что супруги не препятствуют зачатию новой жизни. Потому что жизнь и смерть в руках Божьих. Вот Господь дарует эту жизнь, посылает ее через родителей вот таким образом. И вы знаете, что численность нашего народа сокращается, потому что родители не хотят иметь детей. Это тяжкий грех. И вот если Елена имеет в виду это, тогда да, тогда это грех. Но если вот любящие муж и жена вот живут друг с другом, то дай Бог им счастья и радости, и чтобы все было у них хорошо. На исповеди меня батюшка спросил, не предохраняюсь ли я с мужем. Я 7 лет в браке, и у нас 2 детей. Когда я сказал, что предохраняюсь, то он ответил, что пока не перестану, мне нельзя ни причащаться, ни исповедоваться. Так ли это? Современному человеку слишком тяжело на это решиться, спрашивает раба Божия Анна. Вы знаете ли, современному человеку трудно решиться иметь много детей, потому что у него есть выбор. У него есть миллион всяких медицинских штучек, которые вот его могут избавить, так сказать, от того, чтобы в семье появился новый ребеночек. Неужели вы думаете, что там 200 лет или там 1000 лет назад было легко детей иметь, легче, что ли? Всегда это было трудно. Просто настроение всего общества было иным. Даже в языческой древности
существовала клятва Гиппократа, в которой звучали такие слова от лица врача. Вот врач принимал эту клятву. «И не дам никакой женщине абортивного писария», то есть абортивного средства. Уже тогда что-то там было изобретено, сейчас это там доведено до совершенства. Но и тогда это было. Так вот, врач приносил такую клятву. Если он давал какие-то такие средства, значит, он приступал эту клятву. А сейчас, как я слышал, клятву Гиппократа вообще отменяют. Вот наши врачи не будут ее приносить. Видите, вот, и вот вместо того, чтобы бороться за чистоту наших нравов, за помочь врачам нести их тяжкий долг, потому что они должны принимать решения очень трудные, вот от его решения зависит часто жизнь и смерть пациента. Но почему врач должен становиться, ну, я не знаю, так сказать, соучастником того, что вот эта жизнь прерывается? Это ненормально. Ну, потому что вот мы такие боязливые, мы не хотим, чтобы у нас были большие семьи. Это самым губительным образом сказывается на всех. И на родителях, и на детях, и на врачах, и на тех, кто законы такие принимает. И вот дай Бог, чтобы вот в нашем народе нашлись силы преодолеть эту явную неправду. У меня есть грехи, о которых я не сокрушаю сердцем, просто знаю их. Есть и такие, которые не могу изменить, потому что муж не согласен. Предохранение от зачатия, невоздержание от близости в посты. Все эти грехи я перечисляю на исповеди. Но ведь я не исправляюсь. Получается, что я причащаюсь в осуждение. Спрашивает раба Божия Татьяна. Вот в супружеской жизни, конечно, муж и жена связаны совершенно особым образом. И вот разделить это и невозможно. Но все-таки каждый человек – это личность. Не каждый принимает решение. И не всегда жена может как бы убедить мужа в том, что надо поступать так, а не иначе. Конечно, это грех, но это его грех. Если вы не хотите предохраняться, и, ну, понятно, нельзя превращаться в какую-то зануду, но если вы ему об этом сказали, и он все равно не хочет изменяться, ну, что вы можете поделать? Что же касается того, что он не хочет воздерживаться в праздники, воскресные дни и посты, то вот это воздержание, оно полезно только тем, кто ведет церковный образ жизни. Для нецерковного человека это непонятно и не полезно. Тут жена должна смиряться. Это вот трудно жить с нецерковным мужем. Трудно. Это не значит, что невозможно, но трудно. И определенные скорби жене придется переносить. Но если она хочет, допустим, причаститься, она может попросить своего мужа там, ну, вот, воздержаться там совсем немножечко, чтобы она могла приступить к этому спасительному таинству. Так что здесь можно вот как-то стараться повлиять, но в ту меру, в какой это вам доступно, вы не в состоянии там на 100% ситуацию изменить, но вот храните то, что имеете, и вот помните, что семью сохранять очень важно. Ну и молитесь, и дай Бог, чтобы Господь вот явил свою милость и вашему мужу, и вам, чтобы ваша семья была счастлива. Дорогие братья и сестры, позвольте пожелать вам всего доброго. Пожалуйста, присылайте ваши письма на сайт «Закон Божий». И я надеюсь, мы вновь встретимся с вами на канале «Радость моя». Господь с вами.